Хочешь купить робоксы по очень низкой цене? Тогда, ребята, переходите по ссылочке в описании. Петрушка вас ждет, и это новый магазин, ребята. Подписывайтесь на него, и мы поехали к ролику. Всем приятного просмотра. И всем хай, с вами Костя Паупау. Ребят, сегодня я нашел читерский кликер, на котором можно очень много нафармить за ночь. То есть вы, когда идете спать, вы просто врубаете игру и врубаете этот кликер и фармите этот сундук. Знаю, был ролик у Гуф-Гуфа, но там очень сложный какой-то кликер у него. В общем, я нашел намного лучше. Давайте покажу, как это все работает. Во-первых, ссылочку на этот кликер я оставлю. Вот этот кликер. Во-первых, ребят, заходим сюда в настройки, ставим как у меня или как вам будет удобно. Я поставил Alt-1, это будет у меня запуск. А Alt-2 это остановить, Alt-3. Но это нам не нужно будет юзать, нам только нужно сейчас будет нажать. Давайте я сверну его, я свернул. Нажимаю Alt-3, чтобы запустить сам процесс. Все, его запустил, зажимаю клавишу вот так вот. И сейчас у меня поломают питомцы сундук, и я ее выключу. И потом просто нажимаю Alt-1, ребята, и она будет повторяться всю ночь, пока ты не придешь и не выключишь программу. То есть вы потом нажимаете Alt-2, остановить, и врубаете этот режим, когда вам он будет нужен. Сейчас я все покажу, ребят. Сейчас мы убьем этот сундук. Давайте сейчас под музыку вы подождете, и когда я его убью, я вам покажу, как это будет все работать. Так вот, ребят, я его уничтожил, нажимаю Alt-2, и теперь, ребят, Alt-1, и оно будет повторять. Все, видите, ребят, оно повторило только что, и смотрите, вот сейчас мы опять убьем, ребят, посмотрите под музыку, и оно будет повторять вот так вот сцену, просто повторять бесконечно, пока вы Alt-2 не нажмете, чтобы у вас не прекратило оно работать. Давайте вы под музыку посмотрите, как я убью, так давайте сундука 2. Просто увидеть то, что эта функция работает. Ребят, если что, ссылочка в описании будет на этот кликер. Также будет ссылочка на этот скрипт. Ну, на скрипт в плане, как я настроил у себя, чтобы оно вот так вот работало, как у меня. Кому будет сложно ее настроить, ну, я не понимаю, что там сложно. В общем, будет ссылочка в описании, ребят. Смотрите ссылку в описании. В общем, смотрите, как мы будем убивать сейчас сундук. Меня могут убить лишь люди вокруг. Нет никого, кто бы меня понимал. Итак, ребят, я пришел, я пока отходил, оно вот опять же выполняет все действия. Так, я остановил, мои петы продолжают, но я могу убрать, чтобы они ко мне прибежали. В общем, ребят, юзайте эту штуку, пока она работает. Ссылочка будет в описании, ребята. Это вообще easy farm. Также, ребят, прожмите лайк и подпишитесь на канал, кому это было полезно. Всем пока-пока, ждите новых роликов, скоро они будут. Я умираю.